В городском округе Люберцы появилось еще одно место, где будут растить будущих чемпионов. Во дворце спорта «Триумф» открылся новый боксерский зал, предназначенный для проведения тренировок начинающих и профессиональных спортсменов. С первыми посетителями мастерской бокса познакомились мои коллеги. Первая тренировка в новом зале. Воспитанники мастерской бокса в спешке надевают экипировку. Евгений Остроменский делает первые шаги в этом виде спорта. Ранее юноша занимался айкидо. Хотел заниматься боксом, чтобы защищать себя. Если вот кто-то нападет на улице, я мог как бы отдать отпор. Вот там мои два друга, которые вот тоже вот недавно пришли на бокс. С открытием нового зала юноши и их тренера поздравил глава Люберец Владимир Волков. Символично, что мастерская бокса появилась накануне юбилея города, с которым связаны имена многих знаменитых спортсменов. В каждом городе скажу, что такой зал есть. Поэтому всем нам заниматься спортом, набираться здоровья. И, конечно же, пусть этот зал видит много спортсменов, может быть, даже и таких титулованных в последующем. Боксерский зал рассчитан на 20 человек. Здесь есть все необходимое для занятий. Ринг, тренажеры, зеркала для технико-тактической и специальной подготовки. Я хотел пройтись по школам, набрать детей от 10 лет и старше. Ну, и начать их готовить. Просто опыт огромный. Решил не зарывать его. Хотел уйти от бокса, но он меня здесь догнал, Люберцы. Группы такие вот, которые будут приходить, тоже буду с ними работать. Но для себя в приоритете вот набрать группу. И в течение полугода-года я уже... дам результат. В городском округе Люберцы более 1000 человек занимаются боксом. Открытие этой мастерской позволит спортсменам совершенствовать свои навыки и достигать высоких результатов. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.